многих людей деловых... Секрет, но вы же не ответили, что а я... Это же не секрет был. Нет, я бы не сказал, какой секрет. Всю жизнь заниматься спортом. Не в этом, не в этом. Я знаю секрет, как правильно тренироваться. А секрет состоит в чем? Чтобы процесс ассимиляции всегда преобладал над процессом диссимиляции. Это надо очень тонко чувствовать. У меня, вот я часто бываю в Америке, хожу в залы там, у меня там среди чернокожих есть много учеников, верхний пояс у них замечательный, а ноги никуда. Ну, вижу, 120 кило приседает и глаза вылезают на лоб. А я тут беру, ставлю 200 по 5-6 раз. И я в два раза его меньше. Они удивляются. Как? Вот я их тренирую, как? Для чего принимаются всякие стимулирующие вещества, чтобы процесс ассимиляции преобладал. Поэтому я пошел по какому пути. Я не даю себе возможности никогда перегрузиться. Я всегда с аппетитом прихожу, делаю упражнения. Всегда с аппетитом. Это касается и количества подъемов, и самой продолжительности тренировки. У меня один тренировался, чтобы сделать крест на кольцах. Он такие упражнения делал, нажимал. Он тренировался 10 секунд в день. 52 года делал крест на кольцах. Еще вопрос.